Когда-то в детстве бабушка сказала: «Знаешь, а счастье, оно бывает разное». Я думала: ну что за глупости? Счастье, оно ведь счастье. Это когда все идеально и хорошо абсолютно все. И только теперь, спустя годы, я начинаю его понимать. Счастье не абсолютно, оно относительно. Счастье – это когда не болит. Счастье – когда здоровые дети. Счастье – когда есть кому рассказать свой сон. Счастье – когда есть о ком подумать в одиночестве. Счастье – когда есть кому подумать о тебе. Счастье – когда есть дом, в который хочется возвращаться. Счастье – когда на душе покой. Счастье – когда твои дети выросли достойными людьми. Счастье – когда у тебя есть утро. Счастье – когда тебе звонят просто так. Счастье – это просто отсутствие несчастья. Счастье – его на самом деле так много, а мы его все ждем и ждем, не зная, что оно-то бывает разное. Счастье тебе и твоим близким. Я хочу, чтобы у тебя счастье было каждый день. Я желаю всем очага с огнем, чтоб беда за дверь, а удача в дом, чтоб на сердце свет, а в душе покой, долгих-долгих лет хвори стороной, чтобы каждый день с нового листа, и чтоб жизнь была чиста и проста. Веретенышко пускай вертится, сердцу любится, воле терпится, остальное все да приложится и наладится, и устроится.